Спасибо. Спасибо. Спасибо, не надо, не стоит. Привет, меня зовут Дарья. В руках у меня укулеле. А это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня мы с вами будем учиться играть душещипательную просто песню, как всегда, Земфиры. Хочешь, хочу. Называется песня «Хочешь» или по-другому «Хочешь сладких апельсинов». Ну, короче, вот эта вот занудная, клевая, красивая песня. Сегодня мы научимся с тобой ее играть, конечно же, на укулеле. Но перед началом разбора обязательно подпишись на мой канал, потому что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков. Ну, тем более, мне кажется, это супер круто быть на первом месте в русскоязычном YouTube по укулеле комьюнити. Ты мне можешь помочь достичь этой цели. Ну, а всем по порядку. Бери укулеле в руки и погнали учиться. Ну, конечно, я вам ее сейчас играю. Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже. Хочешь сладких апельсинов, хочешь вслух рассказы длины, хочешь, я взорву все звезды, что мешают спать. Погнали учиться играть! Разбор на укулеле. Скажу сразу, песни Земфиры интересны тем, что не берутся постоянно популярные простые аккорды. Тут есть как бы мажорные, те, которые мы обычно не играем мажорными, есть минорные, которые, как всегда, мы не играем. Допустим, джем мы не так часто играем с вами. Разберем сначала куплет. В куплете у нас играется с вами 4 аккорда. Первый аккорд — аккорд фа. Зажимаем вторую струну на первом ладу и четвертую струну на втором ладу. Ага, такая я вот умная, всех учу, а не настроила укулеле, а чё? Второй аккорд, аккорд как раз-таки GM. Зажимаем третью струну на втором ладу, потом вторую струну на третьем ладу и первую струну на первом ладу. Далее идет аккорд AM. Зажимаем четвертую струну на втором ладу. И четвертый аккорд куплета, аккорд A7. Зажимаем третью струну на первом ладу. Теперь все эти аккорды. Фа, GM, AM и A7. В куплете они играются в таком расположении. Фа, GM, AM. Потом опять повторяется аккорд фа, GM. И теперь мы играем не AM, а A7. Если что, цепочка все написано. Следующие аккорды у нас припева. В припеве у нас появляются уже немножко другие аккорды. Первый аккорд DM. Зажимаем вторую струну на первом ладу, а третью и четвертую струну на втором ладу. Следующий аккорд B-бемоль, или по-другому A-диез. Мы зажимаем баре на первом ладу, потом третью струну на втором ладу и четвертую струну на третьем ладу. Кто до сих пор не умеет играть барре, у меня есть целый видос на канале, посвященный только барре, как его играть и как его отработать. Ссылочка появилась, обязательно посмотри. Далее мы опять играем аккорд GM, далее фа. И тут уже появляется последний аккорд, аккорд C, который мы играем на первой струне, на третьем ладу. Теперь полностью цепочка аккордов в припеве. DM, B-бемоль, GM, фа, С. Разбор на укулеле. И поэтому ставим этот аккорд таким образом. Пеппа, что это у тебя там такое? Это же мой новый сборник по укулеле для начинающих и продолжающих. Где вся нужная тебе информация написана без лишней воды и сделана все в виде картинок. А если еще навести телефон на нужный QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а если ты себе захотел точно такой же сборник, то ссылочка в описании. Разбор на укулеле. Теперь давайте разберем с вами куплет. Как играем куплет? Куплет супер просто играется. Просто удар вниз на один аккорд. Потому что песни Земфира мы берем не то чтобы боем и перебором, а именно эмоциями. Получается. Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже. Да, на аккорд А7 мы можем как также доиграть
а я не думаю, что тоже. Или начать играть бой. Бой, который мы играем в припеве. Да, возникает вопрос, как играем припев-то. Бой в припеве получается вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. И этот бой мы играем на один аккорд. И этот бой мы играем с вами на три аккорда, то есть на ДМ, на Бемоль и на ДМ. Получается. Хочешь сладких апельсинов, хочешь вслух рассказы длинных, хочешь я зарву всю звезды. И на Ф и С также играем по удару вниз, то есть что мешают спать. Все вместе, припев. Хочешь сладких апельсинов, хочешь вслух рассказы длинных, хочешь я зарву все звезды, что мешают спать. И дальше у нас идет проигрыш. Проигрыши уже немножко другие аккорды, поэтому мы их отдельно вывели. Проигрыши можете как играть, как не играть, дело ваше. Мне главное рассказать, чтобы вы поняли, как это что-то делается. Так, что у нас по аккордам проигрыша? Также играем аккорд бемоль. Далее у нас идет аккорд B бемоль минор, сложное какое-то название, на самом деле все остается тоже так же, но единственное, мы убираем третью струну на втором ладу, и получится красиво звучит, да? То есть получается вот B бемоль, а вот B бемоль минор. Далее у нас играется DM, два раза. Далее у нас играется аккорд GM7, сложное название легкого исполнения. Зажимаем просто первую струну и вторую на первом ладу. Можете баре, можете не баре, можете двумя пальцами, как удобно. И третья струна на втором ладу. Получается. Далее у нас играется аккорд A7, который мы уже с вами выучили. И доигрывается DM и опять A7. Сейчас появилась цепочка, как все выглядит, чтобы вы понимали, что происходит. Мы играем его таким же боем, как играли припев. Получается вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Как играли и в припеве, но единственное, мы его делим тут на два аккорда. Получается, на первый аккорд у нас будет два удара. Вниз, вниз. А на второй аккорд мы уже все доигрываем. И получается. Далее у нас опять играется. Ну, тут играется два раза ДМ, поэтому оставляем так. Далее GM7 и A7. И на ДМ и A7. Теперь все вместе по проигрышу. Если вы будете петь, то получится намного легче играть проигрыш. Кому как удобно. Повторяюсь, можете играть, можете не играть. Ну а далее играется точно так же по куплетам и припевам, как разобрали ранее. Вот, в принципе, и все. Всем панк-рок. Если понравился разбор, то покажи это своим лайком. Также напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Погоди, погоди. Дарья из настоящего хочет сказать одну новость. Если ты хочешь поддержать абсолютно все мои труды и старания, то ты можешь подписаться на меня на Boosty. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья, а это была Пепа, которая следила за твоей игрой. Скоро увидимся. Пока.